Ошибки – это не поражение. Это уроки, которые формируют наш путь к успеху. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с трудностями, я вспоминаю слова Билла Гейтса «Не бойся ошибок и критики». Это именно в такие моменты я нахожу возможность для роста. Каждый провал – это шанс стать сильнее, умнее, лучше. Никогда не опускай руки. Важно использовать все, что происходит с нами, как ступеньки к нашей цели. Помните, что успех – это не отсутствие ошибок, а умение учиться на них и двигаться дальше. Так что вперед к новым вершинам!